Так, короче, ребята, шок прошел. В общем, не знаю, что хотел этот идиот. Мы стояли, просто мирно разговаривали со своими соседями. Подошло вот это вот, не знаю, мне сказали, что мне надо зашивать, но тут, наверное, ничего не надо. Самое главное, ребята, чтобы шрама не осталось. Я не хочу. Не дай бог, чтобы это все зажило. В общем, короче, подошло это пьяное рыло. Стало приставать, не пускало меня, короче, в этот... в подъезд. А я звонил в домофон, чтобы мне двери открыли. И папа-то на том проводе слышит, что мне не попасть. Что, говорит, там опять этот буянит? Я говорю, ну да. Он вышел, значит. И, а этот, короче, ему говорит, папе-то моему, пойдем, говорит, типа за угол поговорим. Соседи уже все сбежались. Самое интересное, никто не заступится. Все вышли, все рты пооткрывали, глаза. И нафиг никому не надо. И я смотрю, они с папой начинают драться. Я, короче, вписался в эту тему, ну как же, папу моего убьют, правильно? А я в весовой категории с этим вот мужиком, ну никак, он здоровый осел такой. Вот, и в общем, короче говоря, я вписался, за что и получил. Но слава богу, пусть лучше мне попало, нежели чем папе моему. Вот, а все стояли и смотрели. Вот, я, к сожалению, в весовой категории не силен, в отличие от него, как бы он здоровый был. Но пусть лучше мне попадет, чем папе моему. Я говорю, даже несмотря на то, что, как знаете, как вот слон и моська, да? Но если обижают моих родителей, я... Пусть лучше меня убьют, но зато мои родители будут живы. Ну вот. Так что сейчас жду полицию. Напишу заявление на него, потому что таких людей надо... пристранять, потому что если сбросить его на самотек, потому что подбежали его эти друзья, не пиши заяву в полицию, не пиши, будь мужиком, я говорю, а быть мужиком это нормально, что подойти вот так вот и убить пожилых людей? В общем, короче говоря, не знаю, сейчас придет сотрудники, я специально себя ничего не смываю, ребят, знаете почему? Для того, чтобы были доказательства, потому что если я сейчас все смою, они скажут, что пофиг, а у меня вот руки все в кровище, поэтому пускай так, вот так, ребят. Ой, знал бы я, друзья мои, что меня в своем же собственном доме и побьют. Причем ни за что. Ну, как сказать, побьют. Заступился за своего отца. Ну, что ж я должен, смотреть, как его бьют? Вот я и получил. Причем ни за что. Просто вот пьяный мужик, он постоянно до меня докапывается. Ну, помните, я вам рассказывал еще 5 лет назад, когда он стоял перед моим капотом, и я ему сказал... Вы, может быть, отойдете или мне что, вас давить? И ему это не понравилось. И вот с этого момента он... Видите, мне уже кто-то строчит. За меня тут все переживают. У меня только мама не знает, ребят. Я, может быть, выложу это и не буду выкладывать. Не знаю, посмотрим. Так что вот такие дела. Ладно, сейчас хотя бы помою руки. Вот это трогать не буду. Полиция так и не приехала. Скорая приехала, сказала, мы не оформляем. Поеду сейчас в травму, буду фиксировать побои, ребят. По-другому никак. А все начиналось, ребята, с того, что я просто пошел в магазин за зубной пастой. Слушайте, ребята, это дурдом. 21 век. Вот поселится в доме вот такое чмо. Это ласковое слово, которое я могу сказать. Я просто не хочу здесь сейчас ругаться. Это просто какой-то, ну, трэш. Как можно вообще себя так вести на пожилого человека? Причем ни за что. Что надо ему? Ну, перепил ты. Ну, сиди ты, твою мать, дома. Какого хрена ты? И самое интересное, что я боюсь, сейчас едет мой брат, потому что мне в этот момент позвонил брат и слышал, как тот орет. И он прямо едет, и я боюсь, я за своего брата не ручаюсь, он у меня участник боевых действий. А он как раз-таки этому мужчине, ну, даже слово мужчина для него, ну, вот этому вот чмо ставил балкон, и тот ему денег не заплатил, между прочим, тот с него тоже бабки выбивал. Я боюсь, как бы сейчас чего плохого не случилось, ребят. Это жесть вообще. Ну, в общем, ладно, я сейчас возьму с собой какую-нибудь печенюшку, потому что я очень хочу кушать, но у меня нет сил, и вообще у меня голова кружится, я ничего не соображаю вообще, где я нахожусь вообще, что... Ну, для меня это шок вообще, средь бела дня получить по лицу. Так что вот, ладно, сейчас поедем в травму. С травмой сказали, очень долго сидеть, ждем. Ой, ребята, темно, меня уже, наверное, не видно, я даже не соображаю. А где я вообще? Где я машину-то поставил? В общем, передадут в полицию. А куда-то я... А, во. Завтра надо опять на перевязку. В общем, не все так просто, как кажется. Я думал, что у меня обычная царапина. Оказалось, там все очень серьезно. Надо перевязки делать. В общем, представляете, взяли мне... Здесь еще не вытерло.
йодом прямо мне туда, знаете, так жгу. И так стал давить, прямо давит, больно же, я говорю, что ж вы. Ну, в общем, короче говоря, не знаю, что будет, если не пойти на перевязку. Ну, в общем, я сейчас отмоюсь, посмотрю, если завтра будет более-менее все нормально, то, может быть, я не пойду на перевязку. Зачем мне это надо, если там, я понимаю, что... Но говорят, что очень серьезно. Ну, в общем, ладно, посмотрим завтра по ходу пьесы, как будет. Так что вот, ребята, вечер пятницы. Нет, чтобы пойти с друзьями в караоке-бар. Надо было идти с девчонками в караоке-бар, и все, вот как чувствовал. Нет, чудо это меня встретило. Так что все, ладно, поехал я домой, ребята. Так, ну что, ребята, я, конечно, прошу прощения за свой внешний вид. Видите, я не бритый, я планировал вообще сегодня помыться. Ну, я планировал идти сегодня на вечеринку, все-таки сходить, но вот, видите, не получилось. Снял вот эту основную повязку, которую, видите, у меня еще с носом здесь что-то. Вот, на перевязку, наверное, я завтра не пойду, потому что, ну, смысл, я куплю просто бинт и сам себе сделаю. Самое главное, ребята, чтобы у меня не осталось шрама никакого. Я больше всего этого переживаю. Завтра, наверное, будет фингал. В общем, это какой-то кошмар, ребята. Не знаю, когда это все закончится. Видок у меня, конечно, извините. Ой, что-то тут у меня... Ой, в общем, короче, дурдом. Целый день ничего не ел. Ну, вернее, как утром, только вот позавтракал. С собой брал перекусить. Мы в гараже работали. Кстати, завели Запорожец, все нормально. И вот вечером я пошел, сходил, кончилась зубная паста. И думаю, чтобы завтра утром уже была зубная паста, я вот пошел за зубной пастой. Плюс у меня еще сегодня были проблемы с губтеком. Там неправильные показания, но это мой, ребят, косяк, поэтому разбирался, звонил. Что-то у меня, вы знаете, ребята, еще очень сильно болит рука. Я боюсь, что он, по-моему, мне еще... Мы еще дрались, когда еще и по руке, по-моему, мне заехал. Ой, в общем, короче, дурдом, ребят. Я не знаю, буду ли я выпускать это видео. Вообще, в принципе, если я его выпущу, то я думаю, что сразу начнутся просмотры. Хейтеры будут тереть руки и говорить, что вот, получил свое. Я не знаю, может быть, я до такой степени плохой человек в жизни, что мне все время попадает. Или как наоборот, знаете, говорят, хорошим людям всегда попадает. Вот может быть так, я не знаю, потому что, ну, я всегда стараюсь всем помогать, чем могу. И моей жизни вот за все время, сколько я живу, ни разу не было такого, чтобы я кому-то вот сам первый там в драку влез. Вообще у меня драк практически никогда не было. Я стараюсь выходить без конфликтов. Но вот видите, какая ситуация. Так что вот так, ребята, вот такие вот дела. Все. Я уже ничего не хочу, у меня сил нет, время 2 часа практически ночи, я еще, представляете, сижу. Пойду я, ребята, отдыхать, потому что завтра мы хотим поехать все-таки на рынок, кое-что купить для Запорожца. И буду сейчас просто спать и отдыхать. А еще надо, знаете что, ребята, футболку замочить в холодной воде. Я вот себе здесь все оттер. Вот, но бриться пока не могу, потому что нельзя, чтобы мне сказали, попадала вода. И... У меня болит еще здесь все. Вот эта часть вообще прям не дотронулась. Так что, ребята, вот такие вот дела. Все, пойду я, ребята, отдыхать. Извините еще раз, ребята, за мой, конечно, внешний вид. Но меня столько сегодня соседей видело, и все. И я... это ужасно, конечно. Ну, вот так, извините. Кебзики. Сказал сейчас, как Димон. А, в общем, зашел я сюда, там очень много народу. Я спросил, говорю, ребята, я говорю, а вы даете какую-то справку? Потому что я почитал в интернете, что когда ты снимаешь побои, соответственно, то выдается справка. Она сказала, нет, мы подаем, значит, в полицию, там какая-то телефонограмма, в общем, мне придет телефонограмма и прочее. Вот, а на перевязку я не стал, ребята, сидеть, потому что там нереальная очередь, там можно сидеть до 3 часов. Я сам себе утром, мне племяшка дала, у нас нашелся маленький такой, вот этот вот, ну как, потому что там очень много народу, сидеть на перевязку, зачем мне это надо, я сам себе здесь все. В общем, там пластырь тонкий. У меня, в принципе, все заживает, мне самое главное, ребята, я уже говорил, чтобы не осталось шрамов. Так что вот, все, мы сейчас поедем, ребята, на рынок за запчастями для Запорожца. Смотрите, какую у нас бандуру отгрохали. Что это такое, я не знаю. Раньше здесь была железная дорога, и мы с ребятами здесь все время гуляли, бегали. Так классно было по железной дороге. А сейчас все поменялось. Так что, ребята, вот такие вот дела. Все, поехали мы на рынок. Вот, будем ждать, когда нам позвонят с полиции. Участковый должен со мной связаться. Так что с участковым. Будем ждать. Вот, справки никакие не дают. Все, поехали на рынок. Он покрасил. Thank you.
стоит тут жопик брошенный. Оу, а у него руля нет. Да, но это уже все. Тоже, кстати, коричневый салон. Все то же самое. Ну, это, наверное, чисто держит как... Да, это чисто как мусор тут себе. А, вон санки. А? Санки какие-то. Что ты говоришь? Санки. Ребята, шел сейчас с магазина. Я тут на балконе стою. Опять это чудо ко мне подошло. У меня еще, видите, тут следы. У меня еще подбородок, оказывается, тут что-то у меня ударено было, видимо. И говорит, хороший у тебя видок, может, тебе еще добавить? Я говорю, слушай, я говорю, не доводи до греха. Я говорю, я на тебя заявление в полицию написал? Написал. Я говорю, жди. Я говорю, я тебя затаскаю. Я говорю, я это дело просто так не оставлю. Я говорю, ты меня еще второй раз угрожаешь? Я говорю, у тебя совесть вообще есть? Я говорю, ты напал на пожилого человека, и ты меня стращаешь. Со мной рядом соседка шла. И она говорит, слушай, а что ему надо-то от тебя? Почему, говорит, именно к тебе-то пристал? Я говорю, ну вот его жаба давит, что я хожу и нашим домом занимаюсь. Не он, я говорю, так я ему вчера сказал, говорю, вместо того, чтобы пиво пить, я говорю, пошел бы и что-нибудь сделал хорошего для нашего дома. Или хотя бы заявку сделал, что в твоем подъезде, я говорю, домофон починили. Я говорю, никому ж ничего не надо. Вот, короче говоря, вот такие вот дела. Конечно, тут портят мне, ребята, настроение этим. Господи, свалил бы он, что ли, куда-нибудь. Или что, я не знаю. Или... Ну, таких людей, ребята, судьба настигнет. Карма будет. Так что, ребята, вот такие вот дела. Ладно, пойду сейчас кушать, готовить. Надо поесть. Есть хочу. Я вчера тоже вечером приехал уже, когда не стал ничего готовить. Просто пельмени. У меня там были пельмени. Сварил. И то даже не доел, потому что что-то вообще ничего не лезло. Так что вот пойду варить супчик, ребята. Так, ребята, сейчас покажу. Значит, смотрите, вот такое вот блюдо показываю. Значит, у меня вот такая вот лапша есть. Можно яичную. Значит, у меня Биг Бон. Или Биг Ланч, я не помню. Биг Бон, Биг Бон. Значит, я положил туда остатки красного... Остатки кукурузы. Остатки красного... Целый красный перец, помидор. Воду не заливал. Здесь у меня был сок от кукурузы. Потом я положил 2 пакетика вот этого Биг Бона. Вылил только вот этот соус и немножко там приправы, чуть-чуть буквально. И сверху немножко водички. Сейчас это все прикрыл. Вода впитается, макарошки. А, еще соевый соус, ребята, у меня вот. Есть вот рисовый соус сенсой. И вот такой еще сенсой. Я люблю сенсой, они очень вкусные. Вот сенсой классический тоже. Туда я все это добавляю. Вот. И здесь у меня уже сварилось одно яичко. Каждому на тарелочку. Ну, нам на двоих это... И по пол яичка, соответственно, сверху на тарелочку. Так что, ребята, вот такое вот блюдо готовьте. Недорого, быстро и очень вкусно. Так, ну что, ребята, показываю, что получилось. Вот такая вот красота. Я уже попробовал. Это обалденно, вкусно, аппетитно, сытно и недорого. Всем приятного аппетита. Да, и не забывайте яичко.